Я просто в обморок упала, он все понял. Я же думала, что ты разбился насмерть. Но я же не знала, что он... ты это делаешь. Специально. Падаешь. За деньги. Я летаю. Ну да. Летаешь. Зачем? Потому что мне это нравится, потому что я хорошо это делаю. Потому что мне за это деньги платят. Нет. Потому что я идиот, потому что я дебил, потому что я ничего другого делать не умею. Падаю, людям нравится, люди смеются. Я клоун. За очень небольшие деньги. Я тебе зачем нужен? Я когда тебя увидела, у меня сердце остановилось. Я тогда поняла, что у меня жизнь изменится. Я тогда видела глаза твои наглые, понимала, что покоя с тобой не будет. Но мне это было не важно. Я поняла, что я тебя ждала всегда. Гриша, жить с тобой хочу. Маш, ты что говоришь-то? Ты опомнись. Ты со мной хочешь жить? Да. Ты и я, да? У меня? У тебя? Не, муж у меня, конечно. Фитнес-клуб из этого сделаем. Будешь местным барышням преподавать. Тебе зачем все нужно? Ты что хочешь? Тебе что важно? Мне это все не важно. Ты трахаться любишь? Ну так ты трахайся. Для этого не обязательно со мной жить. Что ты хочешь? Крови у меня выпить? Ну ты выпьешь крови, но сколько тебе нужно? Неделю, две? Тебе через месяц это будет не надо. Ты вернешься к Феде, к своему. Он меня потом сольет где-то по-тихому. Для него я вообще не человек. Просто... мальчик, не валяшка. Подержи. Какой же я все-таки мудак.